В Казахстане у людей с особыми потребностями появится собственная линия одежды. При конструировании учитывались их желания и функциональные возможности. Первая коллекция состоит из 5 комплектов демисезонной одежды, которая выполнена из мягкого трикотажа. Нам очень отрадно, что именно сейчас начали разработку специальной одежды для людей с особыми потребностями. Это очень приятно, наконец-то, можно сказать так. В данном жакете еще удобный вот этот момент, что есть здесь сплошной замок. Именно для людей с особыми потребностями, которые пользуются инсулиновыми инъекциями. Допустим, когда мы сидим, обычно длина одежды уходит либо колени, либо сзади уходит именно на то, что сидишь. В данной юбке сзади есть выточки специальные, которые длина не уходит. Тем самым поясница закрыта. И там, где есть брюки, на них тоже на коленях есть выточки специальные, за счет которых длина не уходит. Купить одежду можно будет онлайн, в интернет-магазине, а также в торговых точках Алматы и Астаны. Появление проекта стало возможным благодаря поддержке Министерства здравоохранения и соцразвития. Сегодня его представители подписали меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией предприятий легкой промышленности Казахстана. В стране проживают более 600 тысяч человек с особыми потребностями. При этом опыта серийного производства специфической одежды нет. Обеспечить доступ ко всем услугам – это самая главная цель. Да? И услуги же не должны ограничиваться только государственными, то есть выплатой пособий, обеспечением техническими средствами, вспомогательными там, и так далее. Доступ должен быть буквально ко всему – культурной жизни, к спортивной жизни. И в то же время мы рассматриваем также улучшить качество жизни. Мы хотим сейчас соединить дизайнеров, производителей и направить усилия как раз на то, чтобы создавать такую удобную, комфортную одежду, сконструированную специально, исходя из особенностей заболеваний этого человека.